В Ромашково продолжается строительство новой поликлиники на 350 посещений в смену. Поликлиника возводится в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках проекта «Здоровое будущее» темп работ на объекте проверил депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года. Возле поликлиники появится детская площадка, зоны для отдыха и прогулок, а также парковка, в том числе и для маломобильных пациентов.